История не сохранила точных сведений о темных временах, наступивших сразу после катастрофы. Доподлинно известно лишь то, что люди выжили в отравленном воздухе благодаря защитным маскам. Это творение неизвестного изобретателя уравняло всех. Тонкая преграда, вставшая на пути неминуемой смерти, стала символом нового человечества. Маски сплотили людей и придали им силы бороться за место под солнцем. Возникли новые поселения вдали от прежних городов, ставших братскими могилами. Постепенно были налажены связи между разрозненными группами выживших. Фермеры, шахтеры, торговцы. Возвращение к простым занятиям пошло только на пользу растерянным людям. Но человек остается человеком во все времена. Остались те, кто сохранял мудрость веков, чтобы делиться ею с миром. Были и те, кто предпочел созиданию разрушения. Проснулся, лежебока. Уже битый час я жду тебя, чтобы сказать кое-что весьма важное. А ты опять спишь, как сурок. И тебе доброе утро. Чего нервничаешь? Ладно, остынь. Вот так. Сегодня большой день в твоей жизни. Ты всегда был мне верным подспорьем и многому научился от меня. В общем, я решил, что настало время твоего совершеннолетия. Теперь ты настоящий мужчина и можешь делать все, что пожелаешь. Даже завести семью. Но лучше, конечно, сперва спросить разрешения. Неужели этот день настал? Я думал, меня будут до старости мариновать на этой ферме. То есть я хотел сказать спасибо огромное, постараюсь оправдать оказанное мне доверие, сэр. Опять ты ерничаешь. А мне столько надо тебе сказать. Что, прямо сейчас могу сесть и ехать куда захочу? Ну, если ты так торопишься сесть за руль, то отправляйся в Южный. И передай Серго этот пакет. А разговор отложим до твоего приезда. Ура! Я мигом! Бывай, старик! Самое обидное то, что... Так. Самое обидное, что я так и не услышал его до конца. Потому что он... Он врет к моему приезду. Горючее, таймер, спидометр, оружие, это я примерно понимаю. Это на кнопку, захват цели. Ключи, клавиши, А. Там можно найти, что находится в статье города, и можете заехать на территорию.
очень. Меня почти не слышно, потому что... Вот так, даже вот так сделаю. Пусть будет меня чуть громче слышно, чем самой звук. Эффект я, конечно, оставлю. Опять же, речь оставлю. Вот так поставлю. Я, первый враг. Первые два баги. Я помню, вот 10 раз прыгнул, застрял. И чуть не умер. Потому что я не знал. Я иду заново кусочки начать. В то время я думал, что если я проехал огромный путь оттуда сюда, то это много чего. Всякие эти, вот таких местах, например, ну, это у меня как перепад. В этих местах говорите бежали. Просто. Сундучки. Ну не сундучки, а вот это мне нравилось, то, что типа колеса попали, колеса кривые ставили. Я думаю, это жестко. Но там потом враги, бля, что ты фамилия? Я должен буду получается продать и вернуться. Я один раз как-то с этим зарубил с пулеметами. Если не очень много. Девочка, по-моему, такая. Поэтому я видите крупное изображение персонажа, который ведется беседы. Его реплики доступны вам варианты. Если мы по песенке. По-моему, еще качество типа есть. По-моему, намного лучше. А, это не дарит. Сейчас могу здесь продать. В смысле переехал? Нет, я все на той же квартире, получается, в ЕКБ.
Пакет. В свое время я считал, что это проблема. Это торговый. Когда ты собирался приезжать, я уезжал в Дагестан. Я уезжал в Дагестан, приехал обратно. Ну там по делам надо было. Но я не переезжал, а был вариант, во-первых, в Дагестан или был вариант с этой квартиры съехать. Я не помню, как я тебе рассказывал. Добрый визит к взаимовыгодным состояниям, к сожалению, с тобой нет необходимого. Говори, что тебе нужно. Иди мне без заправку, пока Сергей еще не отправился с насилием, я смогу подготовить необходимые документы, подвинуть с силой, с этим сказать, да. Жена бармена. Приветствую тебя, путник, если у меня работа. Авиальный сезон охоты на бандит, уничтоженный кадр, раздельный, включенный, судить, оплата, призвать по окончании срока охоты. Согласен. Какой сервис, что ты хочешь? Здесь, надеюсь, по делу. Добрый день, сервис, я приехал из Глухов, привез вам этот пакет. Да, это, видимо, сын Петра, совсем уже взрослый, ездит в одиночку. Опасно ли нынче времена? Совсем нет, СПС. Еле добрался до Южного. Глухо охранников загрузил. Наверное, это будет моя последняя поездка сюда. Это мой первый рейс, так что насчет посылки. Плитки юноши, давай посмотрим. Не, будет другим голосом, блядь, может, типа, араб? О, плитки юноши, давай посмотрим. Товар, как всегда, отличный. Держи, твоя награда. Ставку. Спасибо, вообще, это я не рассчитывал ни на что. Сколько дал? 200. Делать общий ремонт. Ну, он типа как араб выглядит, а почему-то как немец раскафарит. Ага, вот теперь будет вот так и делать. В любом случае, когда я вернусь, там уже ферма все будет гореть, так сильно видно, слышно. И сон уже беда. Не помню, блядь, где вбивать можно. Обратно я найду себе другую водилу. Вот по расторопке. Вчера в подворотне, а сегодня здесь, в моей машине. Видишь, ты не нравится ему. Вот медленно. Для поездки в моей машине надо быть подготовлен. Вообще мне нравится твоя розовая курточка. Каждый принесет по 110 монет, но там уже вроде лежит. Что я сделал, блядь? Я, по-моему, даже как-то раз сохранился, типа... Умри!
Все, включили вас. Включили вас. Ну ладно, бывает. Всего хорошего, пока. Удачи тебе в будущем путешествии. Адреналин, чем вирус? Без понятия, что это. Абсолютно без понятия. Типа напиток это? Вот, это вирус. А ну как его убить, это антимон. Крестики — это получается укрепление. Да, здесь, кстати, такой момент есть, что скорость медленная здесь. Потом танки будут, БТРы можно будет. Средние сцены 50, 38, 35. Фильм «Адреналин» с Джейсоном Стэтхэмом. А, все, я вспомнил, где-то это китаянка. Китаянка во второй части еще. Заебалась до него, там на ипподроме ебался. Все, 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 челюсть, челюсть. Надеюсь, здесь можно где-то ремонт приедет. И зайдет кто-то, потом, блядь, не жалуется. Как я говорю. А через мост дает, да и там, по-моему, перца не смотрит. Все, ладно. Я такой уже. Типа отец умирает. Вот тут, по сути, переход не с локацию другую. Если дальше куда-то ехать, то там будет переход. Сынок. Отец! Что здесь произошло? Кто это сотворил? Слушай. Ты... мой приемный сын. Возьми. Это вещь твоего настоящего отца. Найди Бена Дросселя. Он исследователь. Он поможет. Сын, не дай ненависти отравить твою душу.
не осталось. И ничего. Только это письмо. Сын, если ты читаешь это письмо, значит, я не смог вернуться и вывести тебя сам. Я знаю, что Петр отлично справился с этой задачей. Я вижу тебя, такого молодого и полного сына. И сердце мое обливается с этим. Я виню себя за то, что меня не было рядом, когда ты вырос. И это мое страшное наказание. Познай, что я одинок. Передо мной стоит задача всей жизни. Только выполнив задуманное, смогу я успокоиться и вновь почувствовать себя чудом. Если нет, значит, я не достоин. Это письмо извинения. Прости меня, если смог. Диалоги на все грамотно. Книжи, эффекты и это чуть потише. Ну там, блин, у меня подписчиков не забрасывает. Ну туда пока не стоит. Не, надо здесь по максимуму заработать, сколько я сел. Мне должны заплатить 330 или 440, я не помню, за бандюганов. Ну, вот это война начинается, смотри, за просто, блядь, залетает, под колёса в сумму. И потихоньку и начинает, блядь. Мне нравится. Блин, я не помню, что происходит, когда тебе какую-то определенную часть помогут. Да, покажи жопу или покажи член. Покажи пенис. Это такой же персонаж, как ты, типа, познакомился и пишет иногда. Но этот парень неадекватный, он не понимает. Он мне в чате, он пишет, донатит, пишет, покажи пенис, а потом он пишет, говорит, покажи жопу, короче. Я не знаю, мне вроде прикольно. Так что... Сколько у меня денег? Мне кажется, заплатили все-таки за бандитов. И по, ну, переводам как. Блин, какой долгий этот. Долгое для перемещения на некоторых машинах. Вот это мне не нравится. Иногда я разгонялся специально, чтобы блин, потом бок вот этот попасть. Так, дурак. Начнем с того, что я продам здесь. Перепродажи здесь можно делать. Копьем мне 15 штук.
продать можно за 17 и за 50 рублей. Логики здесь вообще нету, то есть можно даже 30. Надо поговорить с этим. Понятно, что человек ни к чему руки ожали. Ладно, пойдем. Бармен. Так, ты глухого на глухой напали, все говорю, мой отец мы слышали, соболезно. Всякое случается в гости. Как ее можно озвучить? Мы слышали. Не, у меня все не русские, получается. Мы слышали и соболезно. Всякое случается. Угощайся за счет своих денег. Спасибо, не надо, я уезжаю. Уезжаю отсюда. Никто не слышал ничего про Бена Дросселя или про следователей. Нет, здесь тебе никто не поможет. Мечта у нас боком забитая, попытай счастье восточно. Там вроде торговые пути сходят, можешь и узнаешь, что. Прощайте, я отправляюсь искать свою судьбу. Так, вот заправка, вот здесь дорога в Риджин. Мне не нужно, вот здесь получается какая-то застава есть. На электроника там дорого стоит. Да, ну в скором времени у меня вот эти откроются. Мне надо еще в этот город заехать. Блин, а я машинку не починил, да? Заработаю починить. Молоковоз. Грузовик. Свободный фермер, СФ. Давай ему стреляй. Как дела? Твои дела? Это стандартная фраза. Ты видел, что тебе пишут? Графа на всю. Ну да. Это максимальная графа. Понимаешь? Типа, ну, лучше уже некуда. Это типа реально максимальная условия. Я больше дубный, пока у меня какой-то. Не помню. Какой транспорт? Ну какой-то транспорт типа открывается. Это старая игра, что ты хотел? Если бандиты должны напасть. А, я вспомнил, это тёлка, которая мне задание давала. Если я, короче, с ней сюда еду. Понадобится капремонт. На что? Если я с ней еду, она типа это. Подставу делать, засаду. И... Скорость, конечно, пиздец. Попала деталь какая-то, блядь, колеса не пьет. И там бандюганы будут. Вот у них можно неплохо заработать. Я помню в свое время не ленился, не ехал пути. Ты его сбил, блядь. Где он горел? Так, стоп, иди нафиг. Майор. Скажи, зачем сейчас без лицо? Я помню, здесь как-то застрял. Блядь, все было. Сначала чиним. Потом не продаем. Здесь смотрим, что есть. Водяная система. Казуал Вова. Казуал. Парень, ты путешественник.
Можешь снять у тебя Тайсанги? Хочешь, расскажу, где изображена больница? Уж я-то знаю. Наверняка там много на этим интересов. Нет, не надо, дай бандиты откроют. А вот ты, парень, искал за 25 золотых такое же место. Интересно, вот деньги. Нет. Подождите, да. Приветствую тебя. Есть для меня работа. Мы чуть обряли... Чуть обряли твой посылочку в селении заправка. Доставь ее, как будешь приезжать. Не, дело не срочно, как делаешь себе заплатить 250. Да. Там, по-моему, кто-то я помню, что здесь где-то есть переход. По той стороне, либо с этой. Ну, по-моему, вот эта сторона. Там какие-то строения были за домами. И пару бандитов. Все, скоро, скоро. Пацак, блядь, ну его конечно не скинул. Умри, пацак. И скинь за. Пацак. Вот, вот такие места не пойдут. Можно их ворвать. Здесь нет никого? Формат. Я почему-то помню, что здесь бандюганы побывали. Отлично. Шершень? Каков? Бизнесмен. О, наверное, он эту имел в виду. Больницу. Хотя на больнице очень много. Водокачка. А больница. Вряд ли. Я в этот город не хотел ехать, но он только самый дальний получается. Парень, у тебя есть машина? Ага. У меня самая грозная тачка на этих дорогах. Превосходно. Мы тут собрались навести порядок по кругу. Поэтому нам нужны отчаянные люди с крепкими автомобилями, чтобы напасть на их базу. Ты с нами. Мы тут собрались порядок, поэтому нам нужны отчаянные люди. С кем, на кого напасть? И, конечно, я с вами дойти. Начнем с одной банды, а потом за других возьмемся. Понимаешь, руха. Есть для меня руха? Ладно, давай. Приятного. Нужно отвезти кое-какие шведочки. Данные обращения по поселению заправку. На месте с тобой рассчитать. То есть, сейчас неплохой приезд, такой пустящую работу. А машина вот здесь. Поедем. Возьмем его. Увидимся в аду.
Отлично! Мы показали этим пройдохам, кто тут главный. Так. Это 6:40. Пойду продам и заберу эти деньги для щита. Как он разъебался. Похоже, мы не одни. Пятьдесят, семьдесят, сорок, 36. Поехали до города, короче. Короче. Я вроде там уже был. Ну, мне кажется, они просто не создали, скажем так. Если ты не берешь задание, значит они не планируются. А что? Логично, сразу. Хотя нелогично. Для современных вариантов. Здесь, по-моему, стены, да?
Может быть, патроны почему-нибудь бесконечные. По-моему, на больнице, блядь, какой-то огромный этот танк. Все, знаете, я могу, знаешь, что сделать? Доехать до Чиголипу. И продать все это. Хотя, я надеюсь, если никого не будет, я здесь поймем, кто это. Цена 70. Восемьдесят три хп. Что это за сундучок-то? Просто так лежит. Просто так лежит сундучок. Нету хозяина. Дрозд нету, давно не продал эту бандитскую компашку. Здесь по дороге никто не попадется. Данные могут разъебать. Оп, что угодно. Как дела? Это вообще. С тобой, блин, пустя пиздец. О, шлющень 140. Ш
Шишень за 140 это хорошо. Когда у них средняя цена 37, то за 140 продать это прям божественно. Но я сейчас потрачусь на ремонт. Прям сильно потрачусь. Хотя я задание потом делаю. Так, не здесь, ничего. Сейчас я поеду, знаешь, куда? Я поеду на заправку. Это о. Плюс он на халяву будет. Он, по-моему, тоже подбирает, если не. Я все задания выполнил. Теперь мне нужно дорогу в Римшу. Привет! Дорогу! Так, еще раз, справа это что? Цель важно знать. Так, это получается... Красный враждебный, зеленый справа. Пацан индикатор показывает конструкцию противника, показывающую ее броню. 25 брони. Типа, чем меньше у него брони, тем больше урона он получает. То есть, ну, логично. Я в самом... Я потом в конце, я сюда все равно вернусь. Знаешь ли? Дорога есть, значит, может быть, блядь. Прям. Так уж устроен эта игра. Дорога есть, можно ли полностью. Сундучок. Тут я бы сказал, но не скажу. Сундучка. Давно. Будучи взрослым на эту игру играть, я начинаю видеть, как это все забагованно. Здесь по-любому какая-то локация будет. Нет, что у меня достойно? Не, на Е ничего не достойно. Твоя Ай на Е. В чем была сложность-то? Чего им не дать?
бандиганы будут? Я один слот остался. Теперь надо машину побыстрее, поэтому у него терпение потом. Скорость 100. Здесь. Меня уже разъебали. Ну, 2500 уже. От меня, допустим, начало игры. Когда игра чуть подлагивает, я не знаю почему. Ну, бандиты, я справлюсь. По-моему, самый отличный, это, по-моему, грузовик, улучшенный БТР, что-то такое, тут есть. Я, по-моему, как-то сюда переместился, блядь, раненый, и получил пизды ни за что. Вы хотите перейти? Дорога в край. Надо еще хватать. Самое главное, деньги накопить на... возле берега. Какой-то этот вот город. Ну там БТР продается. Звуки мотора есть что-то. Отлично. Он типа нарастающий, потом вниз падает. Я, блядь, души не ебу. Как туда ехать?
Я бы не сразу между полями. Значит, нашу написать. Не вижу смысла. Оп, стоп. Сейчас мы починим. Уничтожить врага. Узнать врага в Бендросе. Он тоже в любом случае, но потом. Если бы было видно, что вот через такие места можно проехать, а потом на гору. Ну, стены.
корпус. В этом моменте я становлюсь вместе с чем-то, кто был. Что называется, непонятно.